Здравствуйте, ребята! Я хочу вам рассказать стих Алла Ахундова «Красивая девочка». Она косички заплела и завязала бант. Она красивая была, а я не виноват. Да я б ей слова не сказал и никогда не тронул. А тут ей бант развязал и за косичку дергнул. А у нее еще глаза и в белых гольфах ноги. Ну невозможно, ну нельзя не встать ей на дороге. То прядь волос со лба смахнет, то смотрит, не мигая. Ну просто зло меня берет. Зачем она такая? Ну что мне делать? Как мне быть? Терпеть невыносимо. Ну не могу я с ней дружить. Придется, видно, отлупить, чтоб не была красивой.